Итак, интервью с победителями сборной России. Ну, ребята, расскажите, да, вот вообще эмоции, потому что меня как зрителя, да, как вот за тем, кто наблюдал, переполняет. Что чувствуете вы, да, став победителем первенства Европы? Мы очень счастливы, мы к этому шли. У нас двухнедельный сбор был, мы сплотились за это время и думали о золоте, и выиграли его. Мы очень счастливы. Вы очень ровно расположились в личных соревнованиях. 10-й, 5-й, ну, в общем. И счет был равный 15-13, да? Вот расскажите, потому что это очень обидно, как вы перестраивались, вообще, как этот момент обсуждался, и вот как вы поэтому теперь победили? Давайте я. Мы ждали командных соревнований больше, наверное, чем личных, потому что мы должны были вернуть Италии должочек, который мы оставили им еще поздно, вчера, и мы им вернули, и мы очень счастливы этому, поэтому... Все зашло у нас так хорошо, как сказать, Саня. Зашло, да. Действительно, должок вернули. Ну, сегодня, правда, не только вы такие крутые, еще сабельная сборная. Поэтому давайте поздравим их. Вот пару слов скажите приятных нашим девчонкам, которые тоже такой камбэк совершили. Они молодцы. Поздравляем вас! Поздравляем. Спасибо, парни. Зрители. Всем зрителям спасибо, кто за нас болел. Мы вас очень любим. Лиза, я тебя тоже люблю. Валерия Расолова, Рапира, тоже не расстраивайтесь. У нас еще все впереди. Всем удачи. Все, спасибо, парни.